я Марио. Вы на канале Планета Алис, и сегодня с вами Марио. Ты Марио сегодня, Алис? Алис сегодня захотела быть Марио. Сегодня мы вместе с Марио объявим вам результаты нашего последнего конкурса. А потом мы сделаем еще один очень интересный конкурс. Какой у нас был конкурс последний, Марио? Ты помнишь? На этом конкурсе вы должны были сказать, как расшифровывается имя нашего дедушки. Прадедушки Алис, которого зовут Релен. И вот мы объявим вам результат. В нашем конкурсе победила девочка, которую зовут Супер Софья Эль и Челленджи. И она первая, кто дал правильный ответ. Релен обозначает революция Ленина. Потому что... Да, Релен, дедушку нашего зовут Релен. И его имя обозначает революция Ленина. И вот эта вот девочка, Супер Софья Эль, она дала правильный ответ уже через 8 минут после того, как мы выставили видео. И она получает наши главные призы. Мы сейчас вам покажем, какие призы она получает. Первый приз ее – это вот такой вот очень красивенький блокнот из Израиля. И на нем, посмотрите, самые красивые достопримечательности и самые известные Израиля на обложке этого блокнота вот с двух сторон вот так изображены. Тель-Авив, Яффа, Эйлат и прочее. Мертвое море, Иерусалим, посмотрите. Видите, вот такой красивый блокнотик. А внутри это просто блокнотик, чтобы писать с чистыми страничками. И вот Софья Эль и Челленджи, Супер Софья Эль и Челленджи, она сможет писать, что хочет в этом блокнотике. И еще маленький приз-сюрприз, который она получит. Мы про него не говорили, но мы сейчас вам покажем, какой. Вот, посмотрите. Это вот такая вот игрушка с конфетками. Вот, вы видите, на нем у нас изображена Шарло... Это Шарлотта, да? Марио, это Шарлотта. Нам пришлось немножко переместиться, потому что пошел дождь, и мы спрятались под навес. Супер Софья Эль и Челленджи получат также вот такую вот игрушку. Фотоаппарат из Шарлотты, из мультика Шарлотта. И там вот такие вот конфетки. У Алис такая есть, смотрите, мы вам покажем, как она... Смотрите, когда она делает фотографию, здесь вообще-то зажигается лампочка. Здесь сейчас не очень хорошо видно, но вот в этой туфельке я сейчас попробую сделать. Вот, вот так видно. Видишь, когда тень делаешь, видно лампочку, да? И вот там вот конфетки, посмотри. Да, и на этой тоже. Давай я тебе достану, покажем, какие конфетки. Вот это так вот откручивается. И здесь внутри конфетки. Вот. Соседа улетит. Не улетит, не бойся, ветер не такой сильный. Вот, там внутри вот такие конфетки. У Алисы осталось, правда, уже мало. Но это вот здесь, который мы отошлем, здесь полная, конечно, коробочка. Здесь это все закрыто еще. Вот. На, будешь конфетки или нет? Да. Ну, держи, оранжевый, бери свои. Вот, одну возьми. Так что мы поздравляем Супер Софью Эль и Челленджи. Скажи, Софья, поздравляем. Поздравляем тебя с победой в конкурсе. Ты спроси, если твои родители не против, чтобы ты нам дала адрес, на который мы можем отправить посылку. Пусть они помогут тебе написать правильно все это без ошибок. Но я думаю, ты справишься. Садись. Вот. Ну, что еще про этот конкурс мы хотим сказать, что было очень много от вас реакции. Мы очень рады. Спасибо всем, кто принимал участие. И были еще интересные варианты. Например, вот Мария Чемерис, она поздравила с 90-летием прадедушку Ленина. А принцесса Леся предложила такой интересный вариант имени дедушки, как реальность Ленина. Такого мы тоже раньше не слышали, но интересно. И еще одна девочка, Диана Найкова, сказала, что у нее есть бабушка Рая, которая в августе исполняется аж 92 года. И мы поздравляем тоже бабушку Раю Дианы с 92-летием и желаем ей прожить до 120 лет как минимум. Да? Да. А теперь мы вам расскажем, в чем будет заключаться наш новый конкурс. Но давайте сначала мы вам покажем, какие мы отправим призы победителям. Давай мы это уберем сейчас. Победитель в следующем конкурсе получит вот такую вот конфетку. Это конфетка из мультика. Это мне. И тебе. Такая мы сейчас ее покажем. Да, одну мы такую откроем. Вот. Это вот такие вот конфетки. Сейчас Алис покажет вам, какая это конфетка. Давай мы ее откроем.
Ты пока будешь показывать, какая конфетка. Смотрите, там есть... Ух ты, там есть какая-то... Что это? По-моему, это магнитик, смотри-ка. Магнитик? Доставай, что еще в пакетике? Сядь, Алис, сядь. Конфетка, давай я покажу ее. Дай. А, это конфетка, которая щелкает. Смотрите, сейчас мы вам покажем. Вот, там в мешочке есть такой порошок. Это агасёвский. Это агасёвский порошок. Это агасёвский жвачка. Нет, это не жвачка, неправда. Это просто конфетка. В ней вот такой порошок. Есть вот такая вот нога, его макаешь в этот порошок. И слушайте, как она щелкает. Ну-ка, давай оближи. И поближе сюда наклонись, чтобы было слышно из фотоаппарата. Подожди, пониже голову. Ну, ты так раскрыла рот, а? Я не знаю, слышно ли вам, как он щелкает. Я сейчас оближу кусочек, чтобы было понятно. Я думаю, теперь слышно. Ой, кисленькая, держи. Ой, кисло-сладкая, но очень вкусная. Угу. Что это так? Посмотрите, это просто вот такая наклейка с оловом, но в других пакетиках могут быть другие. На. Ну потом я приклеим или прямо сейчас хочешь приклеить? Давай к столу приклеим. Итак, победитель получает вот такую конфету. И у нас есть два приза еще. И вы можете выбрать, что вы больше хотите. Или вот такой вот мешочек конфеток Jelly Bean. Посмотри-ка. Jelly Bean. Jelly Bean называется, вот. Вот такой мешочек конфеток. Здесь, как вы знаете, есть выбор конфеток. Вот посмотрите, они самые разные здесь. И здесь есть одна из этих конфеток, как вы знаете, наверное, вкусная. Со вкусом, например, тутти-фрутти. А вторая со вкусом грязных носков, ой-ой-ой-ой-ой, и так далее. И вот мы отправим победителю вот такой вот мешочек. Посмотрите, здесь 16, по-моему, этих конфеток, то есть 8 видов. Можно сделать даже небольшой челлендж у себя дома со своим братом или со своим братом или со своей сестрой. Нет, это не тебе, это просто на пока посмотри, а я сейчас достану, покажу еще вот. Значит так. Эти конфетки мы тоже будем скоро делать вот такой же челлендж. И вы, конечно, сможете увидеть, что это за конфетки уже, как они работают. Нет, это мы будем делать челлендж и будем открывать такие же конфетки и пробовать их вместе с Жюстин. А пока мы покажем еще один приз. Вот, посмотрите, вы можете выбрать или Jelly Bean, или вот такой вот сюрпризик еще из фильма Frozen про Анну и Эльзу из фильма «Холодное сердце» это называется, да. «Холодное сердце». И здесь какая-то фигурка. Мы сейчас откроем один такой пакетик, чтобы показать вам, что там внутри. Чтобы вы знали, что вы получаете, если вы победите. Я тебе дам. Давай, я открываю. Все, мы открываем. Ты посмотришь, что там. Давай-ка. Так, только надо не разрезать, что там внутри. Подожди-ка, осторожно. Чтобы не разрезать на какие-то бумажки. Вот, держи, теперь доставай что-то. Мы посмотрим. Там дюфа. Ну-ка что, покажи-ка. Фигурка, которая собирается. Это вроде как Playmobil, что-то подобное, да? Посмотри. Давай. И вот здесь такой мешочек, и в нем эта фигурка. Мама, ее нужно собрать. Мама. Да. А у нас утяточка попался. У нас утяточка попался. Какой у нас попался? Сейчас я тебе открою мешочек, ты будешь складывать. Смотри, я тебе туда все высыпаю. Открывай мешочки и складывай пока, я покажу. Да, вот посмотрите, у нас попалась, по-моему, вот такая Эльза, вот такая вот. И мы ее будем сейчас собирать. Нет, еще здесь Эльза. Есть... Ну, это не Эльза разве, а кто это? Это не Эльза, да, нет, нам попался мальчик. Вот как его зовут, Алис, ты помнишь? Нет. Здрасте, нужно уже Жюстин спросить. Я тоже не помню, как его зовут, но ладно. Я думаю, что вы все помните, если вы смотрели мультфильм «Frozen». И вот здесь это такая штука, на которой можно раскрасить этого мальчика. Раскраска. И вот он у нас попался, друг Анны и Эльзы. Вот такой вот. Мы сейчас его соберем. Вот такая голова у него. Давай, где у него, что еще тут? Одежда. Одежда, его туловище, одежда. И вот так, смотрите, какой получился забавный человечек. Я вам расскажу, в чем заключается конкурс, пока Алис раскрашивает этого человечка. Вот, послушайте. У нас на канале есть
плейлист, который называется «Путешествие в Израиль». В этом плейлисте вы должны найти видео, в котором мы ходили в бассейн. И вот в этом видео там есть один момент, в котором Жюстин говорит несколько слов под водой. Мы снимали под водой, и она сама себя снимала, она говорила одну фразу под водой. Вы должны послушать внимательно, что Жюстин говорит в этом видео под водой, и написать нам это в комментариях к этому видео. Кто первый расшифрует фразу, которую Жюстин говорит под водой, тот получит вот эти замечательные призы. Фигурку из мультика «Холодное сердце». Вот такую конфетку с хрустящим порошком. Или вместо фигурки вот такой вот мешочек «Джелли Бин». Чтобы сделать вот такой вот веселый челлендж «Джелли Бин», нужно расшифровать, что говорит Жюстин под водой в бассейне, какую фразу. И первый, кто отгадал, тот получит наши призы. Я вам сразу скажу, что это, возможно, не очень просто, может быть, довольно сложно, но это возможно, потому что есть один человек, который уже отгадал. Мы рассказали ему об этом конкурсе. Это наша кузина Виолетта. Она уже разгадала эту фразу, но она не может участвовать, потому что она уже участвовала, можно сказать, и мы ей тоже отправим приз. Виолетта, пожалуйста, не пиши ответ сразу же, потому что ты и так уже отгадала, и мы тебе тоже отправим приз, потому что ты самая первая расшифровала фразу Жюстин. Кстати, не забудьте, что для участия в конкурсе вы должны быть подписаны на наш канал. Все наши конкурсы проводятся для наших подписчиков, конечно же, поэтому не забудьте подписаться на канал «Планета Алис» для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Итак, желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов и ваших вариантов. Ну что, давай попрощаемся, Алис. Всем пока. Подписывайтесь на канал. «Планета Алис». Всем пока. Пока-пока. «Планета Алис». Я Марио. Ах, да, все подписывайтесь на Марио. И Марио вам говорит всем пока. Пока-пока. Пока-пока, Марио.